Детский сад номер 62 «Малинка» был построен еще в 60-е годы прошлого века. Строительные работы по замене кровли, окон, ремонту фасада, настилу полов и установке дверей, а также отделочные работы помещений подрядчик завершил в короткие сроки. Открытие сада с нетерпением ждали все. Дети очень рады, и родители очень рады. Сад преобразился. Вот совершенно другое впечатление идет от сада. Рисунок на фасаде. Он, знаете, когда заходишь в детский сад, он уже радует глаз. И дети заходят, видят этот рисунок, сразу какой красивый сад. Также были проведены новые внутренние инженерные коммуникации. В каждом помещении установили современные радиаторы, а на них защитные экраны для безопасности детей. Рециркуляторы для обеззараживания воздуха. Особое внимание на себя обращает и музыкальный зал. В рамках шефской помощи его дизайн был разработан совместно со студентами КИПУ имени Февзия Кубова. Результатом ремонта довольны и сотрудники учреждения. Светлана Шевченко работает воспитателем в детском саду «Малинка» уже 37 лет. Мы как воспитатели постарались, чтобы детям здесь было прежде всего приятно, уютно, удобно. Чтобы мы их и обучали, чтобы мы с ними и играли. Так что я думаю, что и коллектив получился у нас обновленный. И эти новые педагоги, которые пришли, очень нас радуют своим профессионализмом, своей добротой, своим умением владеть детьми, то есть эти люди на своем месте. Нежные пастельные тона стен, в каждой группе цвет свой. Новые шкафчики в соответствии с ростом для самых маленьких дошкольников. Питанию детей уделили особое внимание. Все благодаря новому оборудованию в пищеблоке и умелым рукам поваров. Преобразилась и прилегающая территория детского сада. Появились новые игровые домики, детские горки. Теперь и на прогулке дети смогут весело проводить время. Капитальный ремонт был выполнен по программе развития образования Симферополя. Сейчас в Малинке воспитываются 145 малышей, всего 6 групп. Более 70 детей было принято из электронной очереди, а остальные вернулись из других садов, которые они посещали во время капитального ремонта. В ближайшее время в крымской столице откроется еще несколько новых детских садов. У нас в этом году будет открыто весной модульное дошкольное учреждение на территории 18-й школы. Это тоже пойдет более 100 детей. Также в этом году будут открыты еще 2 детских дошкольных учреждения. Это по федеральной целевой программе по 260 мест. И одно дошкольное учреждение по программе демография. Это на 200 мест. Так что у нас очень плодотворно идет работа. И мы надеемся, что хотя бы, ну не вся, но будет частично ликвидирована очередь. Детский сад оборудован в соответствии со всеми современными требованиями. Здание оснащено системой охраны и видеонаблюдения. Линия Бешевли, Рамазан Аливапов, телеканал «Милет».